меня посмотрели, я там ножку показала, что-то там показала, как я могу плавать, они такие, все, берем. Мастер спорта международного класса по синхронному плаванию Анастасия Гриценко рассказывает детям из лагеря физического развития «Спорт Вектор» о своем профессиональном пути. Тянули ножку, оба у тебя сустав на место встал. Ежедневные упражнения на растяжку, постоянные тренировочные сборы и завоеванные, что называются, кровью и потом медали в международных соревнованиях. Спортсменка Анастасия Гриценко уверена, такие встречи помогут замотивировать детей включить занятия спортом в свою жизнь. В будущем, ну, как бы хочется вырастить нацию, да, которая будет защищать нас. Полосатый флажочек, и мы будем занимать первые места, ну, чтобы они гордились. 9-летняя Виктория Игнатова занимается в лагере. Рассказывает, после услышанного сама захотела заниматься синхронным плаванием. Мне так понравилось то, что Анастасия нам рассказала о своих достижениях. Теперь я хочу тоже пойти на плавание. На такую встречу может попасть любой желающий. Они проходят в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Лада Дудко, Евгения Демина, телекомпания «Одинцова».